XIX веке древние белорусские, украинские и литовские земли от Балтики до Черного моря входили в единое государство – Великое княжество Литовское. Богатые земли в центре Европы на пересечении торговых путей были желанной добычей крымских татар. Стараться, народишь себе сына. Вот скажи, Мустафа, незваный гость, хуже или лучше татарина? Отстань, Якуб, надоел. Который из них мой? Что случилось? Татары. Боевой конь!
Миша. Молодец, Юрий. Арслан, а ты татарин? Да. А почему тогда не с ханом? Хан убивает невинных людей, а Коран это запрещает. Вот так. Угу. Не напрягай руку, княгиня. Когда-нибудь это спасет тебе жизнь. Если бы татары знали, что у нас есть такой меткий воин, они бы никогда не сунулись. Многие согласны нас поддержать. Великий князь литовский Александр немощен. Самое время сбросить. Сейчас нам нельзя оставаться в стороне. Оставь нас, Владимир. Ну! И сядешь на престол, конечно, ты, Глинский. Став во главе княжества литовского, я тебя, Семен, не забуду. Прекрасная у тебя жена, князь. Я бы на другой не женился. Так как насчет нашего сговора? Поддержишь? Я против. Это ослабит великое княжество. Сейчас нам надо держаться вместе. Как бы тебе, князь, не пришлось пожалеть потом. Осторожно, княгиня! Расшибешься! Анастасия! Осторожно, Настасьюшка. Ты играешь с огнем, Владимир. Я пытался забыть тебя, но не смог. Как ты смел! Как ты посмел мне путь заступить? Ты пес сторожевой! Thank you.
Возьми на выбор любую из нас! Огонь и воду. Так называете? Живете в лесу? Без бога, без законов? У вас свой бог. У нас свои боги. Мне нужно вернуться домой. Ночью идти опасно. Утонешь в болоте. Нельзя. Солнце поднимется, тебя проводят.
Русалка, на дно не утащишь? Так это ты мой спаситель? Тебя спасла Ждана. Какая благодать. Вода как парное молоко. Целебное. И зимой не замерзает. Правда? Водяной не любит, когда вода покрывается льдом. А ты веришь в водяного? Да, он живет вон там. И в остальных богов веришь? Ну, ты же веришь в своего бога. Мы просим наших богов послать дождь. Разогнать тучи. Удачной охоты. Победы в бою. Не нужно. Но ты люба мне. И ты мне. Но не нужно. Ну почему? Грех. Грех? Ты люба мне, я тебе. Нет греха. Мои боги благословляют нас, слышишь? Что? Они говорят. Будимир, любишь эту женщину? И ты любь ей. Так любите друг друга. А мой бог говорит, что у женщины должен быть один мужчина. А у мужчины одна женщина. Посмотри вокруг. Олени, птицы, рыбы. Все они свободны. Люди другие. Странные вы, христиане. Ты люба мне. Не нужно. Ты что, боишься меня? Я боюсь потерять голову. Оставайся у нас. Это невозможно. Отвернись, я оденусь. Позови. Прощай. Я найду тебя. Случилось? Настенька! Я заблудилась. Медведь на дороге оказался. Лошадь понесла. И если бы не лесные люди, я не знаю, что было. Язычники? Да. Не Христи? Нет, Семен, нет. Они меня спасли, накормили, обогрели. Дорогу показали. Не надо, Семен. Прости, князь. С крымчаками договориться можно. Они воевать не будут. Заплатим выкуп, а там... Там посмотрим. Ну и чем могу быть? Я тебе полезен. Батыгерей приглашает нас на переговоры. А здесь соберем недовольных. И в нужный час крепости падают изнутри. Братья, музыки, айтички великие! Да погодите, молодцы! Друцкий и боярин Ходосевич. Не можешь простить Семена, что лишил тебя привилегий? Не Алелькович мне их давал, а великий князь Литовский. И не Алелькович их отнимать. Так ведь заделаешь. А панов раду распустил тоже за дело? А теперь что? Сам себе судья и сам палач? Вся казна в его руках. А мы шляк-то, что хлопы безродные. Такое не прощают.
Поглядал, скажи, кума, что за зверь? Я ж боюсь, чтоб не съел. Эй, дед, я ищу молодую, красивую такую. Ну так это, вот же она. Маланка, тут к тебе хлопец пришел. А что ему надо? Не знаю. Может, это посвататься? Сынок, что ж так поздно пришел? О, князь идет с княгиней. Детей надо отправить. Худосевич своих в Минск отправил. Пусть и наши едут. Там безопаснее. Наши дети останутся здесь. Семен, детей надо отправить. Хорошо. Александру отправь. А Юрий останется. Хочешь, чтобы женщины любили? Пей кумыс и кушай конину. Привыкай, князь, к нашей еде. Сена Алилькович не хатанага ашырды пейштам. Говорят тебе, мила жена Алелькович? Сені бұлағыттым. Уны қолге ялыстырының ең яқшы ұсылым. Это лучший способ ее приручить. Ма, ал. Анастасия қатының болар. Анастасия будет твоя жена. Мен сені балашармын. Я тебе помогу. Сен мені балашарсан. А ты мне поможешь. М? Мен келешке шақар қапқаларын ашасам. Откроешь ворота города к моему подходу. Шахар, колым толида. Будете платить выкуп. Наклоса. А как иначе? Дают сам. Сам толи сам. Я сильнее, а слабый всегда платит. Синюси. Мен толи. Если я проиграю, плачу я. Такой закон. Леген Аллах это Аллах и лахам. Нахакунлег апкемайда. Аумин. Аллаху хакбар. Но Аллах этого не допустит. Когда будешь брать город? Шахарды қашан аласың дей? Баш күшілі келгенді. Как подойдут основные силы? Завтра по Менскому тракту повезут дочь князя Алельковича. Чтобы твои воины не напали случайно на них. Ертеге Минск юлынан князь Алельковичны қызына апкерділер. Сұғушларын бихастан басмасын дейді. Сен, князь, хал. А ты, князь, останься. Да хранит тебя Господь. Скучать будешь по мне? Ничего, скоро увидимся. Софья. Девочка моя. Храню тебя, Господь.
Вай-вай-вай-вай-вай. Дырса, брыся, калай улухан. А, красавица. Ну как, нравится? Ну хорошо, и это хорошо. Кукрайка, кукрайка. А ноги? Кукрайка, красавица. Ты, хан, посмотри на грудь. Вот это у наложницы, технобазар в Стамбул. Остальных воинов. Салгады? Князь Олелька, привезли дочь князя Олейковича. Приведи. Якши. Пошли вон. Вон. Манаканакасан Александра. Ах, вот ты какая, Александра. Кия? Кия, вот так. Присаживайся. Ал. Угощайся. Спасибо. Башидан, бардон и амсачич. Смотри, чтобы ни один волос не упал с ее головы. Понял? Свернуть Александру. Хочешь, чтобы сюда привезли твою голову? Настенька, Настюша, мы будем собирать выкуп. Нет, на это уйдет много времени. Настя! Умоляю тебя, помоги. У татар моя дочь, только на твоих людей надежда. Я прошу тебя, помоги. Они продадут Александру в рабство. Я прошу тебя. Отец, надо помочь.
На-на. Слышишь? Что? Откуда этот дикий запах? Не знаю, что-то у меня с головой. Все плывет. Артында душман! Пойдем, я прикрою. Арслан, держи Александра. Где ты газ? Где ты газ? Догнать. Быстрее догнать, негодная. Сам! Опти! Дангасадар! Вот. Ох, Аллах. Дурман трава. Доченька. Слава Богу. Тебя-то никто не обижал, а, ребятушка моя? Нет, матушка, хан такой добрый. Надо поторопиться, можем успеть. Татары совсем близко. Спешить надо. Владимир, проверь вторые ворота. С прошлого набега не чинили. Князь, слыхал? Татары уже захватили Любань, Кополь и Слободу. Ну как, Базыль? Сладка княжеская милость? Да горше смерти позор этот. Олег Ильич не всегда прав. Пойдем, угощу тебя хмельным медом. Сто лет! Сто лет, княже! Сто лет! 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 Хороши крымчаки, привозят прекрасное вино. Да, сами не пьют. Лаз дураков спаивают. Потерпи, княжич, до медовых орехов осталась самая малость. Батыгирей уже в болотчицах. И столько войска с собой ведет.
Цыц! Цыц, холопка. И чтоб никому ни слова. Погоди, придет и мой час. Вот здесь у нас будут пороховые склады. Порох привез? Да, закупил пушки, ядра и много пороху. Хорошо, что еще? Привез книгу, которую ты просил. «Премудрости ратного ремесла». Что с тобой, князь? Утомился сегодня. Совсем ты мало отдыхаешь, Семен. Пойдем, я тебя провожу. Продолжай, Фердинанд. Ну что? Худо. Заморские леки не помогут. Надо к язычникам идти. Они столько наших людей исцелили. Я не могу его оставить. Я пойду. Дорогу знаешь? Не впервой. Это со мной. Надоумил. Кто тебя надоумил? Владимир! Кто? Князь русский! Князь Друцкий. Владимир? Что будем делать, княгиня? Подождем. Будем молить Господа за Семена. Анастасия, что бы ни случилось, я с тобой. Во имя Отца и Сына и Духа Святаго. Я грешный раб Божий.
Семен Олегович. Никем не принуждаемый. Здравоумие. На случай, если Бог решит, что о жизни моей. Даю завещание сыну моему и княгине моей. До возмужания сына моего Юрия княжеством и городом править будет Анастасия. Мы послушны воле твоей, князь. Но сможет ли Анастасия сейчас управлять сама? Назначь опекуном князя Владимира Друцкого. Он не только словами, но и делами доказал свою преданность тебе. Приказу своего не изменю. А кто будет бунтовать, карай. Немилосердно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Олелькович помер. Может, пойдем на Слуцк? Нет, рано, Мурат. Пошли грамоту князю Друцкому. Пускай они между собой перегрызутся, как бешеные псы. Сам единый си бессмертный, сотворив и создал человека, землю под земли создахомся, и в землю ту жде пойдем. Яко же повелел си создав имя и реки ими, яко земля си и в землю отыдеши, а может все человецы пойдем. Надгробное рыдание творящий песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покой, Господи, княгиня, душу совша гроба твоего. Прочти. Покой, Господи, душу совша гроба твоего. Славу Отцу и Сыну Святому. Как прикажешь, княгиня, и ныне, казнить? И признай во веки веков. Аминь. Время ли? Ой, гляди-ка бы не было поздно. В городе зреет бунт. Папу на княжество! Волос длинный, ум короткий. Князь Олегович от хворы свой разум утратил. Княжеству нужна крепкая рука и мужская сила. Хотим князя Друцкого. Он восстановит городское право и вернет нам магистрат. Ханского гонца. Ясновельможного пана, князя Владимира Друцкого, приветствует крымский хан Батыгирей. Ежели помнишь о договоре нашем, прикажи княгине приготовить выкуп деньгами, золотом и красными девками. Открой ворота города к нашему приходу, о чем сообщу тебе заранее. Тебя не предавал, княгиня. Ты это знаешь.
Я хотел спасти город. Выкупом! Ты отравил Семена. Я сделал это ради тебя. Князя на кол! Как можно? Помилуй, Анастасия. Христом Богом прошу. Пощади. Я же люблю тебя. Скажи, что я нездорова. Да, но я ведь уже сказала, что... Хорошо. Пусть подождет. Приветствую вашу милость, маршала Клетовский. По моим сведениям, сюда идет 20-тысячное войско Батыгирея. Тяжело тебе придется. И что ты предлагаешь, Михаил? Крепкую мужскую руку и сердце. Да. Крепкая мужская рука мне сейчас нужна. А вот сердце принять не могу. Помнишь, перед охотой ты умчалась в лес. Озорная, разгоряченная. Анастасия, будь моей женой, ты мне нужна. Я? Или княжество? Конечно же, ты. Но и княжество. Нет, князь. Не могу я быть твоей женой. Тогда я захвачу силой и тебя, и княжество. Фердинанд, мне нужны боевые доспехи и меч. Пите. Тяжело. Выйти. Княгиня, если мешают комары и мухи, воспользуйся феером. А меч должен быть тяжелым. Им рубят головы, а не капусту. Я владею мечом не хуже мужчин. Майн год. В бою нужна сила. В бою нужны ловкость, ум и хитрость. Выковать мне меч. Я вор. Как ты смеешь перечить княгине? Она мне платит не за любезности, а за труд. Хочешь, чтобы тебе отрубили голову? Я хочу, чтобы она стала шефа. Трудное время, княгиня.
Набега не предотвратить. Сейчас тебе нельзя оставаться одной. Почему? Воевать не женское ремесло. Княжеством должен управлять мужчина с крепкой рукой. Такова была воля Семена. Найди себе мужа, княгиня. Ради народа, пасты Христовой. Я дам тебе благословение. Траур по Семену еще не прошел. Панове, вы знали князя Семена. Помянем его по христианскому обычаю. Великий князь Александр нездоров. Он не скоро оправится от болезни и не сможет помочь нам одолеть татар. Сейчас мы сами должны думать о защите своих земель. И что предлагает княгиня? Отпор татарам дадим сообща, иначе грабить не перестанут. Если вельможная пани в самом деле надеется, что наш сговор ее защитит. Я думаю не только о себе. Каждый город должен иметь войско, готовое прийти на помощь соседу. И мы собрали такую дружину. Хотите воевать с татарами в чистом поле? Они прирожденные воины, куда там нашим? У Батыгирея таких 20 тысяч. Тевтонцев было больше, но поляки, смоляне и мы победили при Грюнвальде, потому что все объединились. А у меня зерна, мехов и золота хватает, чтобы откупиться. А татар надежнее защитят городские стены. Вот их и надо укреплять. Да если мы не поможем друг другу, Батыгирей перебьет нас поодиночке. Жаль. 100 лет назад при Грюнвальде наши предки были гораздо мудрее. Ясно, вельможная пани. Я пришлю почтовых голубей. Придут татары. Выпустишь. Фердинанд, а что это такое? Это волчьи ямы. Страшное изобретение. С волками по-волчьи. Смотри, княгиня, чтобы татары не пронюхали. Для этого у нас есть Корецкий. Осторожней, гору. А там что? Это секрет. Вперед! Смерть басурманам! Тут волчьи ямы, тут пороховые почки. Знай тайный лаз. Но стражники, охрана. Я усыпел их. Дурман травой. Знаю, ты осталась одна. Нет, не одна. Со мной дети. Будимир.
хочу быть рабом Божьим. Но разве я рабыня? Перед иконой стоишь на коленях. Прими Бога истинного, Он поможет тебе в трудный час. Разве помог Он мужу твоему? Защитил от татар? Нет, надеяться нужно только на себя. Забирай детей. Пойдем со мной. В Дубраве у меня дом. Там нас никто не тронет. Я не могу. Ну почему? Пойдем. Сейчас я не принадлежу себе. Мое место здесь. Люди доверились мне, надеяться. Понадобится помощь. Позови. Силе разума мужчин. Разуми меня, Господи, прошу тебя. Дай мне силы. Дай мне силы и ясную голову. Прошу тебя, Господи. Саламатлик тилим сизге. Мир вам, добрые люди. И вам мир, если пришли с добром. Сизге да амалык тилеймен де, яхшылык менен келген булсаңыз. Мен Крым ханы, Батыгереймен. Князь хатыны Суцкий белән сөйләшергә телим. Я хан Крымский Батыгерей. Хочу переговорить с княгиней Анастасией Слуцкой. Княгиня, ни за что. Батыгерей коварен. Хану нельзя верить. Возьмет в полон. Надо ехать. Может, договоримся. Останешься вместо меня. Если не вернусь, возглавишь оборону города. Княгиня. Береги детей. Саламатлик тилеймиз, князь хотын Слуцкаяге. Мы приветствуем княгиню Слуцкую. Приветствую хана Батыгерея. Чего он хочет? Может, свататься приехала? Да помолчи ты. Хан туклышына файдасы йоды бойлимен. Мина бу керакми, мин кучилеракман сиздан. Сиз ялым толисыз, мен озы йолым билан кетаверамен. Я не хочу войны. Мне крови не надо.
Вы нам платите выкуп, а мы обратно пойдем. Я согласна откупиться, хан. Но ты пообещай, что это будет твой последний набег. Мен разуман, Толешка. Лекин вада кыл. Бу ахалги келешин. Вада бер алмайман. Сизнинг хотыгызларингиз турк базарыда кыммат турады. Обещать не могу. Ваши женщины и дети... Дорогой товар в турецких базарах. Тогда мы будем обороняться. Химайл нам здесь. Артык канны токылышыны нема кереги бар. Кара, манда минглап аскарларым бар. Саны кучи етмейді. Таслым бол. Шахарры топшыр. Зачем лишней крови? Смотри, у меня сколько войск. Тысячи. Тьма! Сдавай город. Нет, мы будем сражаться. Куражамзи? Куран бойчи, аял кши иркейге куль кутарыши, ярамай. Но Коран запрещает женщине поднять руку на мужчину. Она должна ему подчиняться. Коран запрещает мужчине убивать и брать в плен женщин и детей. Ким нарсаны манеткянына? Сам мана кенезегин болгач билиб оласан. Кто что запрещает, ты узнаешь тогда, когда станешь моей его наложницей. Наложницей? Когда рак на горе свистнет. Аңламадым. Кыскычбака тауда бір жылласа дей. Кыскычбака? Кыскычбака... Ай, білмейм. Улымге хазырланыңгез, кофырлар. Эй, вы! Готовьтесь к смерти, неверные! Готовиться к бою.
Шахар группташат. Город сжечь. Брысон кшины калдырмагыз. Никого в живых не оставлять. Айда! Отходим! План укреплений. Волчьи ямы, пороховые бочки там. Нагат малар на полана дей. А ниге? Или гряк китермаде? А ты почему раньше не принес? Так не мог. Следили. Болмады дей. Куча ты бералар? Каланы химайса балям. Ким шулы надо? А кто командует обороной города? Анастасия Слуцкая. Шайтан ото мидиган жойдан, айол отады. Там, где шайтан не пролезет, туда женщина отправляет, да? Кирастан йолу на кайрлан газимыс. Где лучше вести подкоп? Вот здесь, восточная башня. Под ней склад с пороховыми бочками. Взорвется, ничего не останется. Меня бы надо. Калдамай дома? А не врешь ли ты? Истинный крест. Он тебе. Бы шартлатанас. Ликин дивор бузульмаса. Былыбкуй. Винсина сам. Если стена не взорвется, хан тебе повесит. Пожарные дружины. Асығыз,
кофурный. Казнить неверного. За что? Я не виновен. Прости, я не виновен. Прости, хан. Гаскерна. Прости, Шахардан, хан. Отводи войска. Я не виновен. Якши. Помилуй, хан, помилуй. Христом Богом молю, помилуй. Выпускай голубей. Новый набег одни не отобьем. Анастасия. Йордан, керек ми синга? А, просишь помощи? Куда ведет эта дорога? Новогрудок. Новогрудок. Из Новогрудка вышло подкрепление. Долетели голуби. Татары ждали. Окружили и... Господи! Теперь помощи ждать не от кого. Сможешь пробраться к язычникам? Попробую. Вот оберег. Передай Будимиру. Нужна помощь. Далеко ли собрался, дружок? Шулай болсын, асады засады. Мусульман боп тұрып, кофрлерге қызмат етесем. Мусульманин служить неверным? Яхши ема. Нехорошо. Мен сен таныдым. Сен жосур. Я знаю, ты отважный воин. Кел, мені байрақларым матагеге. Встань под мои знамена, и Аллах простит тебя. Твои знамена запачканы кровью. Разве Аллах учит убивать? А тот, кто поднимает меч, должен умереть, как собака, без покаяния и могильного камня. Так написано в Коране. Как бы ты хотел умереть? Как воин в бою. Ты упустил эту возможность. Арслан!
Башларгама. Начинать? Не пощадим в жизни своей за нашу землю, за веру православную. Мы должны отстоять наш город. Сегодня решится его судьба. Но если не выдержим, не выстоим, завтра хан уведет нас в рабство, как скот. Не бывать этому! Не бывать этому! Войны, выбрали все города, которые мы штурмовали. Сегодня мы возьмем Слуцк. Мы сильнее татар, потому что мы защищаем наши дома, родных, близких, детей. И мы победим. С нами Бог. Хамма хотон кызлар, хамма алтын. Вся добыча и женщины ваши. Аллах акбар! Аллах велик. Защищать свой народ – святое дело. За него и умереть. Господи! Бросить на город все силы. Поджигайте шатры, отходите к лесу. А ты? А я городским воротам. Быстрее!
Может, твой поможет. Что ты задумала, княгиня? Остаетесь вместо меня. Вот она, дьяволица. Она сошла с ума. Ну что, красавица, сразимся, а? Мы победили. Аллах велик. Я победил. Теперь ты моя наложница. Подойди ко мне. Начнем вон с тех домов. Я волю, хер княжич. У людей ведь должна быть от головы крыша. Мудрое решение. Всем пиво! Приглашаю в корчму! Угощаю! Анастасия прожила 50 лет. Одни источники называли ее амазонкой, другие сравнивали с Жанной д'Арк. Когда Юрий подрос,
Она передала ему княжество, и сын достойно правил, одерживая победы в битвах с врагами. Его женой стала княжна Алена Радзивилл. Дочь Александра вышла замуж за высокородного князя, гетмана Константина Острожского. Внучка Анастасии, София Слуцкая, была причислена к лику святых за стойкость и преданность православной вере. В те тревожные годы многие города были разграблены и сожжены татарами. Но Слуцк выстоял.